в этом удивительного? Для, это что, новость для кого-то, что ли? Ну, что это, новость? Вы носите мобильный телефон с собой, и вот он, вы весь как на ладони. У вас номер, номер. Для всех, для спутников, для любой спецслужбы, для плати деньги в интернете, узнаешь, где находится сей персонаж. А слушать его тоже элементарно. То есть, если вы берете, если вы пользуетесь гаджетами вот в современном мире, вы должны совершенно точно понимать, что вас могут слушать, смотреть за вами, подглядывать, подслушивать и так далее, и знать, где вы находитесь. Пожалуйста, отказывайся от этого, езжай, живи в тайге. Талабайцам. Есть такая нация, когда в тайге люди живут, называют их в Сибири талабайцами. Конечно, отказывайся, пожалуйста, от всего этого тогда. Поэтому доступ спецслужб. Да, спецслужб. Кто хочет, взял и зашел. Ничего удивительного.